Частный жилой дом в Черногорске загорелся вечером 2 декабря. О пожаре сообщили поздно. Когда боевые расчеты прибыли на место, полыхала вся крыша. В доме было сильное задымление. Горели цокольный и первый этажи. Площадь пожара составила 96 квадратных метров. Хозяин госпитализирован с ожогами и отравлением продуктами горения. Его сына спасти не успели. Ребенок задохнулся угарным газом в первые минуты пожара. Одна из версий ЧП – воспламенился газовый баллон. Он хранился в доме с нарушением правил безопасности. А сегодня утром в Новосибирской области в результате пожара в многодетной семье погибло 5 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Обстоятельства трагедии выясняет следствие. Глава Хакасии обратился к руководителям разного уровня и жителям республики. В вопросах безопасности граждан и особенно детей важно объединить усилия и власти, и общества. Этими вопросами необходимо заниматься постоянно, отметил Виктор Зимин. Требую от всех руководителей профильных структур, всех подразделений органов государственной и муниципальной власти, родителей, педагогов, органов опеки, включить все свои ресурсы на проведение разъяснительной работы, в том числе во взаимодействии со СМИ, на проведение подворовых обходов, уделив при этом особое внимание многодетным семьям и семьям, которые находятся в группе риска. Только за выходные в республике произошло 6 пожаров, большинство в Абакане. В ночь на воскресенье загорелся еще один жилой дом. На момент прибытия огнеборцев горел потолок. К счастью, обошлось без пострадавших. Предварительная причина пожара – неисправность печи и дымохода. Главное управление призывает граждан соблюдать требования пожарной безопасности, не допускать использования неисправных электроприборов, оставлять их без присмотра, допускать перекалы печи. То есть это основные причины пожаров на территории Республики Хакасия. Не оставлять без присмотра детей. Убедительная просьба следить за газовым оборудованием. Также в Абакане из-за неосторожного обращения с огнем горели гараж и надворные постройки. В дачном обществе «Железнодорожник» из-за неисправной печи занялась баня. Сегодня ночью запылал склад пиломатериалов. Возгорание ликвидировали в течение получаса. В Баграде замыкание электропроводки привело к пожару в гараже, а в Белом Яре Алтайского района тушили автомобиль. Ольга Барловская, Дмитрий Щеглов, РТС.